Вот это состояние раньше называлось на Руси «васи стоять». Или там на деревнях называли «путевый человек», то есть имеющий путь, стержень такой. А все остальные беспутные, не путевые. Вот беспутный такой, путевый вот такой. Главная идея фестиваля – объединение. Организаторы хотят напомнить обществу об этнической уникальности народов, живущих в Самарской области, и познакомить с национальными традициями в интерактивной форме. Вот соберемся после этого фестиваля и объединим, скажем, у нас там несколько было организаторов. Ребят, давайте сделаем что-нибудь полезное. И сделаем. А потом скажем, смотрите, как у нас круто получилось. И вообще мне это нравится, я вот именно за это и стараюсь. Сделать объединяющие уже события, то есть все национальности, у нас очень много национальностей на территории Самарской области, свыше 150, то есть что они могут все дружить, жить в согласии, в мире, тем более в наше время. Гостей фестиваля ожидают выступления артистов, интерактивные площадки и конкурсы, стрельба из лука, арбалета, катание на лошадях и пони, музейный шатер с предметами быта времен Золотой Орды, репродукция картин, национальная кухня, ярмарка ремесленников, мастер-классы по кузнечному и гончарному делу. Кульминацией станет театрализованное представление – реконструкция элементов битвы Тимура и Тахтамыша. Историческая битва двух великих полководцев 18 июня 1391 года нанесла смертельный удар по Золотой Орде и стала одним из самых крупных сражений Средневековья. У нас будут настоящие герои, это узбеки, да, то есть люди, которые профессиональные актеры, и у нас будут реально очень колоритные персонажи, назовем их так, да, еще раз, которые исполняют главные роли. Показать, как красиво и как безжалостно, как кровожадна война, и прославлять не совсем как бы вот умение воевать, а прославить умение договариваться и дружить. Организаторы пообещали, после завершения фестиваля поляну приведут в первоначальный вид. Никакого мусора после себя не оставят. Сейчас они нас позвали организовать вот этот вот раздельный сбор. Мы понимаем, что, конечно, будет и общий мусор, но мы не только его вывезем, но мы также расскажем участникам фестиваля о том, как реализовать его дома в дальнейшем. Фестиваль пройдет в окрестностях села Старый Буян при поддержке правительства Самарской области и фонда президентских грантов. Считается, что именно в тех местах прошла битва Тимура и Тахтамыша. Принять участие в фестивале может любой желающий. К месту проведения из Самары будут организованы автобусы. Они отправятся из двух точек города – от улицы Фрунзе 126 и от храма Кирилла и Мефодия на поляне Фрунзе. В автобусах будут работать экскурсоводы, которые расскажут все о битве великих полководцев. Александр Шугаев, Никита Борисов, Дмитрий Мешканцов. События.